38-летний инспектор ДПС в декабре 2021 года остановил проезжавшую машину и решил проверить водителя на наличие в его организме алкоголя. Алкотестер показал, что находившийся за рулем мужчина был трезв и оснований для его направления на медицинское свидетельствование не имеется. Однако инспектор не сказал об этом водителю. Наоборот, он сообщил, что прибор зафиксировал в выдыхаемом воздухе этиловый спирт и нужно 30 тысяч рублей, чтобы не составлять протокол об административном правонарушении. При передаче денег полицейского задержали сотрудники службы собственной безопасности Главного управления МВД России по Воронежской области. Суд приговорил бывшего инспектора ДПС к 1 году колонии общего режима. Валерий Бобкин, 41 канал.